Окей, смешимики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls 2, и это у нас последняя DLC. Отдохнуть у костра не могу, потому что у нас жив темная херта. Однако я могу сходить, позабирать то, что я еще не позабирал. Так, взрывные чувачки. Я не знаю, куда ей. О, все. Ну что, как еще можно, оказывается. Гори, сука. Thank you.
Пьем, 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 пьем. Так, что мы сейчас делаем с вами? Во-первых, я ворот открываю. Буду надеяться, что этот здоровяк постоянно здесь не будет. Бля, такое место. Тупиковое. Это мы сделали. Сейчас, короче, я лечу в Маджулу, и я закупаюсь самоцветами жизни. После чего мы с вами купим еще стрел. Закупаемся стрелами. Так, сколько мне нужно? 29. А, 47 кусков надо. Так, теперь, короче, наверное, сейчас сбегаем с вами там, где этот был, фантом. А, они рели сюда идут? Так, надеюсь, стрелять он по мне не собирается оттуда. Найс. Повезло. Или нет? Изи. Так. Мальмадор убийца побежден. Человеческая фигурка получена.
Да, их не посильнее будут. Тогда мы сейчас с помощью лука их всех тра-та-та-та-та-та. Да чё ты в пол стреляешь? Бля, я могу спрыгнуть к ним, но... Ой, бля... Почему они сами себя не боцают? Поди ж ты уже. Сука, как он бесит. Так, ладно, этого я так не достану. Сейчас я ему в голову дам, он упадет. Сдохнет, надеюсь. В натуре здесь проклятие? Лол. Так, здесь урны с проклятием или что-то типа того. Может, и из-за того, что тут темно? А ну-ка. Честно, фиг его. Вам посрать, значит, мне не сюда. Значит, зря я сюда бежал, убивал, мучился, тратил 10 минут. Колечко. Не знаю. Так, подожди, а что я хотел сделать здесь? Вещи? Какие мне кольца вообще стоят?
чтобы так сильно не ломалось. Ой, бля, это заново мне вот это же играть. Давайте мы этих убьем. А я сделаю сейчас, знаете, как по-умному. Это была дохуя умна. Теперь надо сделать так, чтобы он отсюда от нее ушел. Можно отсюда уйти? Взорви, взорви! Изи. Иди в сраку, чел. Стоп, а что я открыл? Я же здесь проход открыл. Куда? Бля. А зачем я сейчас это все делал? В натуре. А тут нигде этих нету. Места с призывом. Знаете, тупой, что делаю? Так, ладно, фляги восстановились. Фляжки мы восстановили. Теперь мы идем вон туда. А это битва с боссом. Или нет? Вчера себе.
Я не тупой, я знаю, я понял, что он хотел сделать. Место очень темное стало. Место. Как они надоели нападать на меня? Фигурка, окей. Я бы умер сразу. Внизу это не все. Блин, а так не посмотришь.
Ну, я понимаю, тут тоже будет... А, не, подожди, мы что сюда пришли? Так, окей, что мне там дали? Воспоминания какие-то. Воспоминания. Порча, созданная детьми тьмы, пускает множество сфер тьмы, которые сами находят в себе цель. В древние времена существовала порча, дававшая некоторую власть над тьмой. Похоже, что дети тьмы еще помнят создателей этих заклинаний. Это все не нравится. Стоит ли его трогать? Блять, 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 он сейчас прыгнет! Так, нет, давайте я отхилюсь. Уровень я уже точно не буду пополнять, я уже куплю самоцветов. Ладно, это было неплохо.
Я просто не знаю, что будет, если я дерну. И так бы они сейчас бы на мне все налетели, да? Средний ключ. Расплавленный железный скипетр. Оживляет мглистую башню. Раскаленный скипетр из железа. С его помощью можно включать механизмы в мглистой башне. Когда старый железный король боролся за независимость этого края от Вена, ему пришлось собрать все свои небогатые силы, обретая же это сокровище. Он смог добыть железо и превратить в могущественное предводителя. Короче, я понял. Все хуево. А там я тоже, да, еще не был. Ну что, тогда я сейчас отдохну. Мы слетаем в этот... сразу закупимся стрелами и всем остальным, потому что если что-то начнется, нужно это сразу избавляться. Давайте, чтобы... Сейчас уровень прокачаем. Блин, ни одного босса. Ну, говорят, типа, это самая сложная, типа, локация вообще в игре. Тут самые сильные боссы. Но если они сильнее, чем тот... Ребят, ну, сорян, тогда я просто делаю, так сказать, обзор на всю эту локацию, да и все.
Надо было попробовать наверх поехать. Я думал, он сюда не зайдет. Большая душа. Это что новенькое? С булавой, который дает кровотечение. Течение пускай спадает. Да ладно, сколько вас тут? Надоел.
замечу, что это третьего убил. Человеческая фигурка. Мерцает чуть титанит. Уголь смол. Завершает трава, обломок титанита. Ключ от башни. Опа. Так, это отпирающая дверь листой башни. Раньше эта башня снабжала королевское железо, запас которой казалось неисчерпаемым. Король построил из него железного воина и железные 6 замок. Легенда гласит, что он пытался выковать даже железного дракона. Так, это я все понял. Это все прекрасно. Теперь где мне сохраниться? Чтобы я на этом закончил. Сумеречная трава. Окей. О, все nice. Ну что, тогда мы на этом с вами заканчиваем, потому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.